Всем привет, меня зовут Эйджин, и сегодня со мной популярный анимешник, киберспортсмен, осер, Егор. Здорово, бродяги. И сегодня мы записываем «Кто хочет стать анимешником?». Это пародия на «Кто хочет стать миллионером?». Я составил 15 вопросов. У Егора будет одна подсказка, это 50 на 50, потому что помощь друга у анимешников нет, друзей. Помощь зала, какой зал, у меня 50 просмотров. Короче, я составил 15 вопросов, ты обязан будет на каждый ответить, правильно или неправильно. Ты готов? К сожалению. Есть какие-нибудь слова? Бифран, привет. Начнем с немного простого, из-за недавних новостей. Недавно GC Staff объявила о дате выхода второго сезона One Punch Man. Когда он выйдет? Вариант А. Зима 2018-2019. Вариант Б. Весна 2019. Вариант Д. Лето 2019. И вариант С. Осень 2019. Лето 2019. Это твой окончательный ответ? Ну, вроде да. И это неправильный ответ. Да, да. Весна 2019 года. Ну, почти. Теперь вопрос, который, возможно, ты знаешь, возможно, нет. Скорее всего, знаешь. Сколько всего вышло серий Наруто? Вариант А. 530. Вариант Б. 640. Вариант Д. 720. И вариант С. 810. Так что неожиданно. Сейчас, подожди. Меня тут заставляют, на самом деле, помогите мне. Снимать заставляют. Я отпрашиваюсь от него, он не хочет, понимаешь? Он говорит, типа, контент пилить надо, я не могу. Вы ничего не видели вообще? Я не подсматриваю. Это просто там вопросы сложные. В скобочках нет. Понимаете, это наигранно все. Я наиграю сейчас просто ролик специально, представлю себя дауном, а на самом деле у меня 400 плюс лайков. Отец, значит, я тут разговариваю со самой... 400 плюс лайков у меня, да. Опа. Были технические неполадки. Я тут это контент тебе записал. Ничего себе. Надеюсь, ты вопрос не чек? Конечно. Я Егор, и я сосу члены. Сколько серий у Наруто? Давно ответ прочитать? Да нет, я помню. Ну, ответы правда прочитаю. А? Ответ заново прочитаю. Вариант А 530, вариант Б 640, вариант Д 720 и вариант С 810. Я помню, что мы с тобой на эту тему говорили. Да. Но там точно не 500 и точно не 600. У тебя есть подсказка? 900 это в One Piece столько. Наверное, третье. Больше подходит. Ну, потому что они типа закончены какой-то серии после этих. Это твой окончательный ответ. Ну да. Это правильный ответ. Ну, я это. Первое очко за тобой. Очко мое, да? Да. Самое первое очко еще. Да. Это ты тоже, возможно, знаешь, возможно, нет. Я бы на это не ответил, но как звали главного персонажа Рандаве с жизни? Dead or Life еще. Ты вариант. Смотрел это аниме. Я знаю, да. Смотрел. Я просто прокручиваю в голове у себя. Окей, вариант А. Сида Ицуки, Ицука. Вариант Б. Кадзума Сата. Вариант Д. Сирогена Кэй. И вариант С. Йота Йокадер. О, Йота, это по рекламе Йота. Ну это. И твой ответ? Наверное, это. Я думал, что... Давай еще раз. Вариант А. Сида Ицука. Вариант Б. Кадзума Сата. Вариант Д. Сирогена Кэй. И вариант С. Йота Йокадера. Главный персонаж в панике, как понимаю? Да. Ну давай жизнью. Ну, типа, это же гаремник. Да я помню. Наверное. Если я не путаю сейчас с этим. С аноним, какой-то. Там два сезона и, типа, у них этих девок способности типа, такие странные. Давай тупо на рандомичек. Один, наверное. И это ваш окончательный ответ? Нет, но я уверен. Это правильный ответ. И у тебя уже второй очко. О, два очка. Чемпион.
Ну окей, это ты тоже можешь знать, потому что, ну, ты 100% знаешь аниме, но знаешь ли ты ответ? Четвертый вопрос. В каком году вышло аниме Торадора? В 2008, 2010, 2012 или 2014? 2014, точно. И какое там еще было? 2008, 2010, 2012. 2012, я смотрел очень давно его. Ну, между 2008 и 2010. Но я больше склоняюсь к 2008, потому что он очень давно вышел. И я его недавно пересматривал. Да, но, кстати, он все равно смотрится за своих годов хорошо. Да, он очень такой атмосферный. И это твоя качалька? Конечно, концовка меня не очень у этого. Там вообще очень сильно. Ну, в принципе, неплохо. Ну, конечно, да. Лучше романтик похуже заканчивается. Ну да, ну, в принципе, так как это не комедия, все же, но... Ну, да, но все равно. Ну, часть ответа, наверное, это один. Вариант один? Да. И это правильный ответ. Она вышла в 2008. Ну, потому что она слишком старенькая, для 2014-го слишком. Ну, все равно. Вот этот вопрос. Я когда его составлял, ну, когда я писал изначально вопрос, я на него сам неправильно ответил. Я такой, типа, че? Сколько сезонов у Гинтама? 3, 4, 5 или 6? Там вроде уже больше сезонов. Нет, там уже 7-8 вышел. Их действительно 8, сорян. Википедия меня подвела. Нет, у Гинтама. Разве? Нет. Ну, так как я сказал, что 8 снимал. Ну, знаешь, там по-любому 6. Уверен? Да. Это твой окончательный? Да. Нет, 5. Ладно. Окей. В смысле? Нет. Как так? Ну, по крайней мере, то, что я искал, возможно, я не прав. Если я не прав, то напишите в комментариях, или он сам это отыщет, и потом будет постоянно об этом говорить. Окей. И снова из актуальненького, из недавно вышедшего. Сколько всего серий у Варадштейна 0? 20, 21, 22 или 23? Тут должны быть, знаешь, такие помехи на лице. Так, ну я это... Я знаю то, что там сейчас вышло только 17 серий из 21, maybe. Или 23, 23... Возможно, 23. 24 там точно не выходило, потому что нет, 25, нет. 23? Ну, опять же, вариант 20, 21, 22, 23. 20, 21, нет, там точно не 20. Так, ну, я думаю, что, наверное, 22. 23 оставишь. 23. 23? 23. Все, это был окончательный ответ? Да. Окей, и вариант шестой, правильно. Ой, вариант шестой. Вопрос шестой. Окей, переходим к седьмому вопросу. На знание, в принципе, аниме-индустрии. Вот это ты, возможно, когда-то слышал, но, скорее всего, не запомнил. Самое длинное аниме в истории. Вариант А, для идиотов, One Piece. Нет, One Piece. Вариант Б, Садао-сан. Вариант 3, Дораэмон. И вариант С, Детектив Конан. Детектив Конан. Он довольно-таки длинный. Ну, он. Он? Да. Yeah. И это неправильный ответ, правильный Садао-сан. Я вообще не знаю, что такое. Это самое длинное аниме, я не знаю, я видел, я слышал о нем один раз, и все, я даже не запомнил. Я в детективе Конан видел, я смотрел его, но я забросил, потому что, ну, я не мог посмотреть его, мне он... Оно очень длинное. Да, оно... Оно писец, наверное. Окей, седьмой вопрос не за тобой, а сколько у тебя очков вообще? 4. 4? Ничего себе. Окей, вопрос 8, тоже из актуальненького. Какая студия сделала аниме «Милый во Франксе»? Вариант А, A1 Pictures. Вариант Б – Триггер, вариант Д – Бонс и вариант С – Киото Анимейшн. Киото Анимейшн. Это твой окончательный ответ? Да. У тебя есть чуть-чуть подсказки есть? Не нужны подсказки, я соло. И это неправильный ответ. Я так и знал. Компания Триггер, которая же сделала Kill la Kill, Gurren Lagann и так далее. Ладно, ну потому что у меня что-то это, она же такое... Ну Киото Анимейшн, я специально его добавил, потому что оно всегда на слуху. Да, она такое типа, знаешь, просто перед глазами такое типа, влетает такая. Да. Я такой типа, ну ладно. Еще знаешь, ты японский девушки голос который, Киото Анимейшн. Да, я такой да. Типа, просто вылетает из ниоткуда. Да, просто окей. Сколько лет главной героине в Kill la Kill? Вариант А, 15, ну, 16, 17, 18. Я не смотрел Kill la Kill. Ну, ты можешь предположить хотя бы, сколько ей лет? Ну, ты... Не обязательно, чтобы ты смотрел, главное, что ты знаешь об этом аниме. Наверное, 15, потому что или 16 между этим, ну... Ты можешь взять подсказку. Давай подсказку, в принципе, чего нет. 50-50? Давай, это 50. Твоя единственная да, подсказка. Давай, единственная подсказка. Окей, между 15 и 17. Так, ну это, значит, 15 или 17. Ну, думаю, что 15. Это твой окончательный ответ? Да.
И ты профукал подсказку просто так. Ей 17 лет. Да и сколько ей там? 15. Вот вопрос насчет манги. Но вопрос, который ты надеялся, что не будет. В каком году вышел первый том Джорджа? 1987, 1989, 1991 или 1994? Лучше бы здесь 50 на 50, да? Я аниме Джорджа, что сам до конца не досмотрел, а ты еще про манго спрашиваешь, мой первый. Ты понимаешь, тебя любой фанат Джорджа сейчас убьет. Ну это... Они самые опасные люди. Если что, я знаю адрес Эйджина, это его канал. К нему приходите, я все претензии к нему. Я четвертый сезон сейчас смотрю. Я... Ну давай хоть какой-то тогда. Да, ну вот это, повтори мне сначала. 1987, 1989, 1991 или 1994? 1991. Это твой окончательный ответ? Ну, на Сашенька, на твоей, в кэточку поиграли. Так. Замечательный? Да. Окей, тогда неправильно. Да, 1987. Да, чё это? Ты подсказывай, блядь, чё ты? Чё вырежешь? Да. Это аниме тебе очень нравится, поэтому я надеюсь, что ты всё-таки сможешь ответить. Сколько главных персонажей в 7 смертных грехов? Вариант А. Ну, короче, 5, 6, 7 или 8? 8. Это твой окончательный ответ? Да. На всякий случай пересмотри, типа. Ну, вспомни. Типа, ну, я знаю, что там... Именно главных персонажей, основных. А, прям основные? Да. Элизабет, Свин, Меливодос. И кто еще? Не знаю, я чекал на этой... Не помню, как называется, но, короче, там пишется, какие главные персонажи, какие дополнительные, ну, Лиз, кто короче, автор. Лиз Бессмертный. Если Диана, то это 5 уже. Еще грех это льва, 6. Кукла, 7, ведьма, 8. Ну я. Там 8 персонажей. Ты можешь подумать! 7 смертных грехов, да, значит 7 грехов, но есть еще Элизабет. Она ангел. Сам решай. Я что, я тебе не подсказываю здесь. 5 до 8, давай. До 8. Думаю, что это. Если не 5, то потом 5, если только Элизабет, Свин, Меливодос, Лиз. Ух, я вообще 9 больше. Короче, мы еще потом прочекаем это. 20, типа. Окей, твой отвечать ответ. 5. Уверен? 7. Уверен? Ну, значит, ты что, 6? Я не подсказываю тебе. Я просто, типа, я наоборот пытаюсь тебя загнать какие-то странные. Ты где мои бабки вообще, не понял? Ты бы еще в первом вопросе звонился. Какие бабки? Твой ответ. Я думаю вообще. Да я, конечно, ладно. Давай, допустим, моих будет 5. 5? 5. Да, окончательно, да. Я не прав. Нет, неправильный ответ. Да, их 7. Какой 7 еще? Ну, типа, вот это на Шикаики, или как она там называется, там 7 было написано. Ну ладно. Опять же, возможно, я не прав. Потому что я составлял. Потому что я не прав. Ну, вот, типа, вспомнить всех персонажей, там их вообще, типа, вот серьезно, Меливодос, свинья. Почему свинью считают за главного персонажа? Свинью считают, кстати, да. Вот, то есть еще Элизабет, Диана, Лиз, Лев Гордыни, кто там еще, кукла, и ведьма еще одна, и кто еще? Все, 8 вообще получается. Так, окей. Переходим к 12-му вопросу. Ты уже ответил на 11 вопросов. И сколько у тебя очков? 5, наверное. Я вроде 5. Ну, 5. Окей, хорошо. Я не знаю, я сам... Окей. Вообще, ты тоже будешь одни. Да я знаю, я что-то забыл. Окей, хорошо. Что-то еще будет на экране. Вопрос по довольно-таки хайповому аниме. Как зовут девочку-лягушку из «Моя геройская академия»? Вопрос, на который никто, мне кажется, не знает ответа. Ну окей. Мина Ашида, Кьёка Джира, Суё Асуи или Торо Хагакура? Третий вариант? Да. Ты уверен? Да. Окей, это правильный вариант? Это был слишком... Просто я в Википедии чекал. А, ты...
чем занимаются обычные люди? Знаешь, там работают, самосовершенствуются, чем занимается Егор? Чек в Википедию по этой Кировской академии. Окей, теперь вопрос по моему одному из любимых аниме. Сколько всего серий в Бездомном Боге, включая ОВА? 29, 24, 25 или 28? Если считать ОВА. Сколько там сезонов? Два сезона? Два сезона. Я смогу тебе подсказать. 13 серий. 24 плюс ОВА. Две штуки там, блин, вроде. 26. Это вы окончали? А есть 26 вообще? Нет, там нет вообще. Там 29, 24, 25, 28. Наверное, там одного всего, значит. Твой ответ. Мне не нужно твое рассуждение. Хотя нет, рассуждать нужно в этом хронометраже. Он задает вопросы, которые он сам знает ответ, а мне не подсказывает. Я не знаю, в общем, суть. Я бы сам на этот вопрос не ответил, но сам... Нет, я бы ответил на... Чуть правильнее, чем ты, сейчас думаешь, ну все же. Ну, понимаете, типа это, он сидит там, все знает, он... Охереть. А я это, я как бы, знаете, то есть, я неподготовленный человек, я как бы видел это аниме, да, все это как бы знаю, но я чисто, не знаю, как бы не могу это вспомнить, потому что это трудно. Я тоже даже не вспомнил, при том, что мне это аниме очень нравится. Ты сидишь такой, типа, а что, я смотрел, и что дальше, все, и посмотрел, и хватит. Я знаю сюжет, я знаю, что там происходит, но я не помню, сколько там серий. Ну вот и... И то же самое с компаниями. Так, мне сейчас задавать вопрос. О, сколько раз ты, не знаю, надрочил на Боку на Пикачу? Опа, вот там три серии еще. Давай ты Бездомный Бог отвечай. Ну давай это 26. А, там нет 26. Нет, 26, да. Ну это, сколько там еще есть? А? 27, 28? 29, 24, 25, 28. 29, 24, 25, 28. 25 давай. 25, это твой окончательный ответ? Да. Нет, их 29. Ничего себе. 12 серий в первом сезоне, 13 серий во втором и 4 ОВА. Да чё, нормально. Окей, 14-й вопрос, предпоследний. Если думаешь, то, что я даун, так и есть, в принципе. Если чё, это я моменталочка. Это простой вопрос для тебя должен быть, потому что мы это обсуждали. Я с тобой разговор каждый раз забываю. Чем изначально была был Нахальный принц и кошка Несмеяка? Мангой, визуальной новеллой, аниме или ранобэ? Кошка Несмеяка. И Нахальный принц. Визуальной новеллой? Подожди. Подумай пока. Кошка. Нахальный принц и кошка Несмеяка. Или Несмеяна, как она там? Или Несмеяна, я не знаю. Это там, где главный герой, это белобрысь, который просыпается у него в комнате полугола, да? Нет, нет, нет. Это аниме, где он... Она избавляется от своих чувств, вот эта девчонка. Его. А, все, я вспомнил. Я просто перепутал с кошечкой свой кроссов. А, с кошечкой с курок, нет, нет. Я просто что-то перед глазами появился такой. Да, ну типа кошка, потому что да. Да, да. Это визуально новелла было. Или она Б. Одно из двух. Ну все, у тебя уже нет подсказки. Манга точно не могло быть, потому что. Нет, я видел эту мангу. Она у меня здесь. Да. Ну, подсказка, да? Да это все сложно вспомнить, на самом деле. Ну, и ты не интересуешься, так, ты просто. Так смотришь. Естественно, а в чем смысл как бы задавать вопросы, которые типа да, простые? Я не знаю, в чем сейчас суть рантайм-то на ютубе. Зовешь людей сниматься в годном контенте. Меня заставляют, помоги. Как вот? Я предложил. Ну что, Егор, можем так снять такой? Ну, можешь попробовать. Меня вообще-то принуждали. Меня споили армянским коньяком. Да. Ты отвечать-то будешь? Я разговариваю сейчас с коллективом здесь. Ладно, давай это, знаешь, манго, я видел мангу, с чего началось, визуальная новелла, в принципе, возможно, визуальная новелла. Визуальная новелла, блядь. Да. Нет, это ранобэ был. Ну, здорово. Окей, и самый последний вопрос, который мне было лень вообще писать, на самом деле, я не знал, что еще задать, поэтому он самый простой. Какой период происходит фильм «Нет игры, нет жизни» по отношению к основному аниме? Задолго до аниме, незадолго до аниме. Чуть позже аниме или в тот же период, но в другом месте. Ну, в тот период, когда происходит аниме. Новая жизнь?
Да, нет, а нет, нет игры, нет жизни. Нет игры, нет жизни, новый, новый мир. Ну, вот этот фильм, да, который вышел. Фильм, yes. К основному аниме, когда он происходит? Я знаю, я читал описание, он совершенно никак не связан вообще с этим. Ну нет, он, у него есть определенное время, типа... Да, есть определенное время, но он никак не связан с данным персонажем вообще ничем. Ну, относительно, типа. Они там, эти персонажи, типа, являются прообразами будущих вот этих главных героев. Типа, они переродились в них. Ну, наверное, что там, какие вопросы? В каком периоде по отношению к основному аниме? Задолго до аниме? Незадолго до аниме? Чуть позже аниме? Или в тот же период, но в другом месте? Я просто описание вспоминаю, что написано. Я просто помню, что я когда чекал фильм, хотел посмотреть его. Я читал описание, и там написано то, что, типа, если вы думаете, что это продолжение основного аниме, то идите в это. Ну, это да, типа, это все. Да, типа, и так далее, типа, нет. И сейчас вспоминаю, типа, а что это вообще значит? Потому что я не помню, там было еще написано про время, на самом деле. Но я не понял, что было. То есть ты не смотрел вообще? Нет, я не смотрел. Я хотя ждал в хорошем качестве. Я посмотрел. Ну, а потом я тупо на него забил, потому что ушел читать мангу. Да, я тупо забросил аниме и читаю мангу тебе потом. Ну, знаете, фильм неплохой, теплей. Ну, типа, нет, я хотел посмотреть его, но я начал смотреть его, потом просто такой, типа, мне что-то написали, гоу дота. Я такой, типа, ну, лагуар. И все. И, короче, окончательный ответ. Да, так как я не знаю, не помню, не могу вспомнить, это тупо чисто очень сложно. И ты тупо сидишь на рандоме, такой, опа, F5. На рандомечек сидишь, отвечаешь. Если не верите, сюда придите, давайте, отвечайте. Ты понимаешь, через месяц просто толпа здесь собирается, каждый отвечает на вопрос. Ну серьезно, вы там сделаете себе опросик какой-нибудь, не знаю. Вы же тоже не ответите. Вы же все тупо формально не можете помнить. Так твой окончательный ответ? Мой окончательный ответ в одном и том же месте, но в другое время. Наоборот, то есть в тот же период, но в другом месте. Неправильно. Ну, задолго за время было. Да. Да, но это я... Это второй твой был вариант, да? Тихо, вот ты сейчас это подстрой, типа, ну... задолго до аниме? Да. Представьте, Егор смог вспомнить. Классно. Я только что угадал, в принципе. Потому что я предугадывал, но так просто я это сказал. Типа. Ну да, типа... Всем... Егор вообще на все правильные ответы ответил, это я просто смонтировал так херово. Да, на самом деле... Да. Ну, короче, ответ был задолго до аниме. Ну, я так и дал, на самом деле. Да, да. Я на самом деле все так и думал, просто я это дал. Это был 15-й финальный вопрос. Да. Ты получил вот столько баллов. Я уже не считаю. Можем накидать тебе до последних, типа, вопросами. Сколько серий в Бука на Пика? 3. Плюс балл. Вот это да. Сколько сезонов у Моей Геройской Академии? Целых 3. Угадал. Как это ему удается? Я не пойму. Я не знаю, но, наверное, потому что они сейчас выходят. Они 3000 лет назад. Как... Какая манга шла после Наруто? Баруто? Пау! Да, нет, по-любому это, не знаю, какая-нибудь маньхуа там. Аватар Короля, например. Неплохое, кстати, это аниме, но, конечно, это мне не нравится. Оно скучно. По мне, да, оно скучное просто, потому что... Я, типа, увидел, оба выходят, я такой, типа, не буду смотреть, скучно, естественно. Да, потому что, ну, кому как говорили предки моих предков и мой дед, каждый дрочит на что хочет, и на кого хочет, и когда хочет. И как хочет. И как хочет, да. И сколько хочет. Нет, ну не повторяйте, там парень умер раз. Слишком много передернул. Ну, у меня на самом деле даже уже нет вопросов, которые можно накинуть тебе балл, так что окончательный ответ с нашими рофлыми вопросами вот здесь. Да-да. Дефран, это еще. Короче, с вами был я, Эйджин, это Егор. Моменталочка с Эвангари, не играешь и так далее. Да, я не знаю, может оставлю ссылку на его канал, на котором ничего нету. Он просто пустой. Там должны были выходить рогалики, но я слишком индивидуальный человек, я не просто лип. Может, рано или поздно он что-то сделает, и вы такие потом... Станет он популярным, и увидите, о, ничего себе, это Черик его рекламировал. Я властелин. Ладно, всем спасибо, всем пока.